один кораблик, смотрим там товарищи. Ух, какие красноглазые. Вот, у ромашки что же такие глазки сначала были? Да, ну прям копия ромашка. А потом они темнеют. Видишь, темно стали, бордовые и красные. А почему? Ну, у нее ну потому что у малышей кажется всегда такие. Нет. Она что же с красными глазками была у нас? Угу. Да? Да, малюшенька была. Вот такие вот выглядывают хомячата. Хомячата вампирята. Им сейчас с 14 мая сколько? Две недели? О, да. А, мама, они же уже очные глаза. 24 это было им 10 дней. 25, 26, 27, 28. Да, две недели им ровно. Ура! Теперь их можно трогать. Да, можно их доставать, смотреть, что там у них происходит. Мама, резать. Всем привет! Мы кормим хомяков, даем им травки. И вот заглянули к малышам, да, яблочки сейчас дадим. Ну, где мы хлеб режем. Ручки на это ешь. Вот. Кирилл, принеси ложку. Мы сейчас оттуда маму выманим. И попробуем на них на всех все-таки посмотреть поближе. Наконец-то. А пока маме тоже корм надо только принести, чтобы она пока была отвлечена кормом. А куда ее посадишь? Ее никуда. Ее тут и оставим. А хомячат отдельно просто возьмем домик и посмотрим. Вот, открыли домик, а у них мокрая крышка. И рядом на стенке вот тоже мокро, влага. Сейчас будем смотреть, что у нас, из-за чего влага в домике. Приберемся сейчас в домике у мамы с малышами. Вон они. Двое точно в маму пошли. Расцветкой. Такие же беленькие, с красненькими глазками, как у мамы. Один с красненькими, второго не вижу, красные или нет глазки. Ну, тоже, по-моему, красные глазки. А Захар принес всем яблочки. Положил. Так, товарищ, тебе там яблоко принесли. Да, куда им это? Сейчас Кирилл принесет, пока отложи сюда яблочко, ромашки. А, я другим пока что. Ага. Ромашку подвинем. Смотрите, у них какая мокрая крышка и стенка. А почему? Не знаю, сейчас будем разбираться, сейчас будем домик доставать, конденсат откуда-то пошел. Может, вентиляции мало, может быть, значит, дырочек еще больше надо им доделать. Естественно, их же там 5. Ну, может быть, надышали там в пятером в домике. Тем более, там много жар. Там они... Раз, они пушистые, у них мех. А мех утепляет. И тем более, у них там много опилок. Ну, малыш. Кирилл, вставь уже. Из норки пытался сейчас выйти, но боится пока. Раз, два, три. Ну, чем так много? Четыре. Сейчас мы пытаемся выманить ромашку из домика. Смотри, иди сюда. Иди сюда, какое тут сочное яблочко. Вот домик не делай. Ой, иди. Мы ее выманиваем сейчас яблочком, чтобы поменять... А, у меня мелкий тоже выходит на вкус яблочко. Какое тут яблочко вкусное. Во-во-во, подальше теперь. Иди сюда, тут очень вкусное яблочко. Мама, а как вам такая идея? Какая? Убрать всю эту. Ты хочешь яблочко? Можно, просто как-то нервно, боимся, что укусит. Ложку? Нос. Смотри, какое тут яблочко вкусное. Тарелочку, и немножко вдвоем так высунулись. Смотри, какое тут вкусное яблочко. Иди, иди покушай. Сейчас выйдет, я думаю. Эй, мелкий, падает. Мама, выходи. Ну-ка, Захар, давай, если будут выпадать, ты будешь ложкой брать. Давай, и тогда пересаживай. Тихо, мам, больно. Кого больно? Бери, не бойся. Оп, его. И сюда. Давай. О. Давай, мелкий. Так, мелкого одного пересадили. Демона, как Кирилл сказал, демона.
Ну, будем сейчас остальных, значит. Вот раз. Оба. Вот второй пошел. Поднимите эту. Так. Второго. К брату или к сестре-то иди. Какие красивые. Ну, вот эти в маму пошли. Да. Беляночки. А там все белые. Все в этот раз? Да. Смотри, за палец сейчас укусит. Она вынула. Сейчас мама одна. Ты посмотри. Вот. Ой, все с красными глазками. Бери рукой их быстрее. Кирилл тоже бери. Да быстрее. Давай их обратно в домик. Сейчас укусит. Давай. О, кстати, не убегать никуда. Mm-hmm. Так, давайте. О, еще один. Давай, Кирилл. Давай на ложку. Вообще на ложку садим. Да, мама пусть там... Тусит. Ее теперь нужно перевернуть, все чтобы... Так, что у нас тут? У нас тут малышня. 4 штуки. И все так, белые. Все пошли. Два. Так, Кирилл, тебе как два. Какому каждому? Два. Этих раздавать этих будем. Раздавать. Пока не вырастут. Беленький. Они будут у нас, пока не вырастут. Какие хорошенькие, маленькие эти. Спокойно. Интересно, главное, все одинаковые в этом помете. Угу. Беленькие. Все белые, все с красными. Ну, такие они не белые. А, ты видел, как он двигается? Задними пользуются. Ну, потому что еще они не вылазили из домика. Для них это что-то новое. Тем более... Как? Мы ходить умеем? О, даже копает. Смотри, копает. Маленький, а копает уже. Сюда, центр. Ты что там хочешь накопать интересного? Возьми его на пол. Ну, аккуратнее только. Малыша одного выпустили на выгул. Вот такие вот они в 2 недели уже ползают. Кирилл, аккуратно! Вот такие они. Малышня красноглазая. Мама никак из домика не хочет выходить, надо в домике прибраться, потому что они там уже тусят больше 2 недель в этом домике. Серьезно? 2 недели. Тусят. Опа, все, да, забирай. Даже не из-за этого. Да, сегодня она даже не кричит. Кирилл, вот это тоже из домика, это нужно забрать. Выкинуть? Да, тут надо поменять все. Аккуратно. Мама у нас ползает. Где дети мои? Где дети? Где дом? Ни дома, ни детей. А детки, вот они, скучковались все. Вот такие красавцы и красавицы готовятся на раздачу. Все 4, у всех, как у мамы, красные глазки. Вот такие красотульки. Маленькие. Вот так чистятся. Малыши такие уже чистятся, умеют чиститься. Вот они все скучковались. Ищут себе укромное местечко. Вот такие малыши ждут своих хозяев. Хозяев? Да. Ждут? Ждут. Еще, конечно, рано, еще им только 2 недели. Но уже через 2 недели их можно будет забирать. Захар сено еще положит в домик. Еще? Маленько еще. И все. Сейчас мама там совьет гнездо. Гнездо. Ну все, хватит. Эти по краям убери, чтобы не торчали из домика, только вовнутрь прижми. Вот. Она порылась под этот. Она полезла. Собирай пальцы. И теперь крышечкой надо закрыть, только крышечку надо притереть, чтобы она не мокрая была. И дырки надо побольше сделать. Сейчас еще помоет. Все, мама пошла в домике делать порядки. А детский сад вот тут бегает. Вот они. Ну, наяривают. Жун-жун-жун. Торпедыч. Так. Торпедыч. Вот они все. Дети смеются. Есть тут один шустрик. Дети говорят, давайте назовем торпеда. Торпеда. Я говорю, если самец, то торпедыч. Мама, если будет пацан, то мы его назовем шустрик.
Нет, шустренько. А если девочка... Смотри, ищет. Где она? Она что, они заметят дуб. А третий... третьего здесь спрятался. Ой, четвертый. Все разбежались. А маму затаскивать. Все на туалет, бежим! На воды не уходи. Опа. Опа, и все вылазят обратно. Оп. Оп. Вот так вот. Нельзя туда. Жалко, погулять нельзя. О, вылазит все обратно. Так, Кирилл, я буду пока что рисовать. Пошел, эй, ты куда пошел? Полез куда? Да не ругайся ты, иди к ним лучше. Обратно залазь. Обратно. Семь. Оп, еще один. Одного кладу, сейчас другой вылазит. Сейчас я тебе покажу, точно, как шустрик. Я вижу, хоп. Эй, ну-ка, обратно. Обратно, вход закрыт. Мама пока не разрешает вылазить. Хоп. Все, все дети на местах. Иди. Мама, залазь. Все, все дети там. Вылез. Прекрасно. Вылез обратно. Есть краски. Ну, какой шустрик. Ну-ка, обратно залазь. Так, я буду сидеть. Теперь они не хотят там сидеть. А где хотят? Теперь вылазят. Нельзя. Мама, иди туда, к ним, к детям. На этом будем заканчивать наше видео. Малыши расползаются. Все поняли, что такое свобода. Свобода детям. Вне домика. Их домик, они обратно. Ну, будем смотреть, что будет происходить дальше, как будут расти. Так что... А какие вы? Вот такие малыши, красавцы, ждут своих хозяев. Не, они ждут хозяев, а хозяева ждут их. Просто хозяева еще не знают об этом. Да, все, малышня ушла домой. И мы тоже будем с вами прощаться. До следующих видео. Всем пока-пока!